самый лучший вклад Украины – это сильная Украина, которая имеет боеспособную армию, мощные правоохранительные структуры, систему собственной защиты, чтобы Россия больше не могла нас раскалывать изнутри, и Россия не нападала на нас, понимая, что потери ее будут слишком велики. Постепенно наша армия укрепляется, постепенно наша система безопасности становится лучше. Уже нельзя сравнить то, что было весной 2014 года, когда Путин рассчитывал голыми руками полностью нашу страну взять в свой оборот. И на сегодняшний момент уже ему нападать на нас точно нету никакого смысла.